Всем доброго дня! Сегодня пятница, 16 ноября, и мы с вами находимся в офис-студии канала интернет-вещания myshexcop.com. Меня зовут Пуртова Елена, я ведущая и продюсер большого ток-шоу «Повод быть». Какой повод сегодня появился у наших гостей, я расскажу немножечко позже. А сейчас хочу опять же поблагодарить свою команду. Это визажисты Екатерину Поспелову праздничную, Елену Яковлеву, которая мне делает шикарные украшения, салон красивого платья Родели и моего фотографа Марину Снежинскую. Спасибо вам огромное, девчонки, что вы каждый раз радуете не только меня, но и, надеюсь, моих зрителей. Что ж, сейчас у нас подошла еще Марина. Мариночка, здравствуй, присаживайся, дорогая. Бери микрофончик. Сегодня мы расскажем, какие у нас гости, что ждет вас на сегодняшнем ток-шоу. И первое слово я хочу, Настя, тебе предоставить. Как раз хочу сказать тебе, что с выздоровлением даже заговорилась. Вот, ну... Надо беречься, да, беречь себя, свой голос. Расскажи, что у тебя сегодня и кто у тебя сегодня будет, что за тему, которую мы будем обсуждать в эфире? Сегодня мы обсудим тему «Эмоциональный интеллект». Это будем говорить о том, почему вообще ввелось такое понятие, и будем обсуждать со мной как со специалистом. По эмоциональному интеллекту. Да, я напомню, интеллекту. Что Анастасия у нас психолог, прежде всего, и графолог. То есть Анастасия по почерку может сказать ваш психотип, подсказать, на что обратить внимание, да, ну и вообще сказать, какие есть причины проблемы, да. Вот. А тему, которую ты сегодня заявила, пожалуйста, озвучу ее, не помню. Эмоциональный интеллект. Так, интересно, это мы будем по книгам обсуждать, да? Мы обсудим и книги, и нашу жизнь, и жизнь наших детей, поэтому никто не отключайтесь, слушайте нас чуть позже, у нас будет очень интересная программа. Угу. Хорошо. Еще, Настя, когда вот ты заявила эту тему о книгах, да, я вдруг вспомнила, что я сейчас читаю «Детектив», читаю английской писательницы Луизы Пенни. Детектив именно хороший, такой вкусный английский детектив, который побудил меня узнать о художниках. Там как раз события разворачиваются вокруг художников, и я была настолько удивлена, что... Никогда такого не было со мной, чтобы вот я читаю, да, и мне захотелось еще дополнительно посмотреть, ну вот опять же о художниках. И я для себя открыла потрясающих таких художников, как, сейчас прямо зачитаю, чтобы не ошибиться, Кларисс Ганьон и Жан-Поль Лемье. Это художники канадские. Вот. И если верить, опять же, источнику, который я читаю, что это, в общем-то, они родились в городе Квебек. Что меня удивило, да, и поразило, что настолько художники самобытные, интересные, и они не вписываются, если мы так говорим, да, о художниках, ну, скажем, таких вот, где все прописано, где вот радует глаз. Особенно Лемье, у него такая серая фигура, да, на фоне белого, как сказать, белый такой снег лежит, и вот одинокая картина. Для меня, скажем, такое открытие, как можно наслаждаться такой фигурой, да, серой, облачённого. Но чем больше читаешь, чем больше смотришь, появляется немножко такое понятие, да, как зацепило глаз. Вот что-то там находишь в глубине этих картин. А сам вот Ганьон, он интересен своими красками. То есть у него тоже, как правило, зима. Вот, какие-то яркие краски, сочные. И первое, что, когда я посмотрела эту картину, у меня такое ощущение было, что... О, то есть какое-то как-то необычно, да, что просто захватило. Ну, это вот то, что произвели на меня на этой неделе мои книги, которые я читаю. Марина, еще раз здравствуй. Добрый день. Расскажи, привет. Что у тебя за эту неделю случилось, сложилось. Я знаю, что очень много у тебя фотосессий было. Да, правда, много было фотосессий. Недавно была фотосессия с живыми бабочками. Так, это что такое, Марина? Живыми бабочками девочки приходили на съемку, делали макияж, укладку и прямо одевали на одежду бабочек. Вот так настоящие? Сказать. Да, настоящие живые бабочки. Неспокойно сидели. Девочки маленькие или взрослые? Тетеньки. Возраст девочек. Возраст девочек. Ну, где-то от 25-7 до 50.
50 с копейками. Девочки. Классно. Не, нормально. Бабочек мы одевали на руки, на ноги, на платье. Я за тебе показываю, вспоминаю, как это было. Я вообще боюсь насекомых, поэтому я так... Но волосы. Девчонки говорили, когда садились на голое тело, на кожу, говорит, они, говорит, кусают или как? Они просто как бы цепляются, чтобы им не упасть. Да. Держатся. Ну, было интересно поработать. Бабочки, конечно, устали. Девчонки, нет, а бабочки устали, да? Да, да. Марин, вот я знаю, что у тебя начался фитнес-проект, как он называется? Скинь лишнее, да? Сегодня ты готова поделиться, какие уже были результаты. Вообще тяжело начинать проект? Расскажи буквально несколько минут. Да, тяжело начинать. Вспоминаем, как это все было. Самое главное – это найти, да, клиента, рассказать ему подробно, потому что у каждого свои цели, свои замыслы, чтобы пойти, да, на него. И под каждого индивидуально нужно было объяснить, да, что какая твоя цель, мы будем с ней работать, с этой целью. А как люди реагируют, что ты вот говоришь, что мы будем тебя сопровождать, то есть вот начало проекта, да, то есть вплоть до того, что каждый день контролируешь, что ты там выпил, съел и сколько шагов сделал, как люди на это реагируют? И ночные, да, я еще видела тоже, что ночью мы вас тоже контролируем. К холодильнику подошла ты или нет, открываешь 12 ночи или нет. Ну, конечно, думают, что как-то странно это все звучит, но... Когда сейчас прорабатываем все это, то уже реакция уже нормальная. Но это надо просто познакомиться, познакомиться, понять. Ну, я думаю, что как раз у тебя будет сегодня твои 15 минут, да, прямой эфир, да. Ты как раз расскажешь нам об этом. Да, будет участница. Хорошо. О, даже участницу здорово, уже, да, увидим. Поделиться. Ну что ж, мы прервемся буквально на несколько минут, и у нас первый гость будет, это озвучу его, Никита Золотухин. Это папа-блогер и вообще человек, который потряс меня своим высказыванием, что он родил ребенка для того, чтобы поржать. Буквально через несколько минут.